Вот, так они двигаются, по-моему, да? Да, они двигаются, потому что сигнал сбивается. Вот. Сейчас послушаем, что было на кораблях. Что-то не на русском и не на английском. Ну что, мы снова здесь. Сразу же вам скажу, что те сохранения не удалось откатить на 9-й день, и мне пришлось создать новое сохранение, но на 9-м дне я создал в этот раз. То есть мы играем сейчас не с 1-го дня, а по идее должны какие-то сигналы, которые на 9-й день и так далее происходить. Мне пришлось немножечко юзануть софта, если честно, чтобы вернуть все былое, что у меня было. Сейчас дрон мне привезет уже. Он уже на подлете где-то. То есть я откатился на базу, и здесь было все так же, как и я, когда пришел на 1-й день. То есть, сейчас, погодите, я вам покажу. То есть вот здесь вот все еще закрыто, запечатано. И кровать, как вы видите... А, кровать уже теперь перевернута. Хотел только сказать, что кровать у меня нормально заправлена. Но этому не бывать. И сейчас... Так, сохранимся, самое главное. Больше никаких ошибок, никакой черепок больше меня не сломает. Я буду выполнять все их указания, чтобы меня никто не грохнул. Нихера себе, я тут немножечко, если честно, прокачал компьютер. Ну это отместка за то, что они убили доктора Келла. Эти пришельцы думали, что умнее меня. Знаете, перед тем, как зайти в эту игру, я, наверное... Минут 30 просто сидел, какие-то щитпосты на ютюбе смотрел. Я сейчас говорю не про свои видео. Потому что то, что произошло в прошлый раз, это просто реально какое-то кощунство. Где моя монтировка? В каком-то из ящиков должно приехать все мое снаряжение, вот оно. Что это такое? Вы скажете, Димка, ты что, баскетболист? Да, теперь я баскетболлер. Это чтобы развлекаться. А я знаю, чем играть я буду. Так, секундочку. Сейчас. Кое-что валяется. Можете считать меня Дмитрий откатившийся. Откатившийся на 1-й день, но это можно сказать, как в колде престиж заработать. Так, он обходит одного, второго. Стойте. Ура! Е-е-е! Камеры. Это что такое? Если честно, я вообще не... Кто это? А, это робот-пылесос. Пусть работает. Я не знаю, зачем он тут нужен. Ну-ка. Что ты здесь будешь делать с этой лапшой? С лапшой что будешь делать? Он ее схавал. Он сейчас череп схавает. Нет. Очень страшно. Что произойдет? Нет, он не схавал череп. Ладно. И смысл мне был заказывать... О! А вот это знаете, что такое? Это митбол. Его можно есть. 5-хатку стоит. Это что такое я нашел? Объект. Какой-то алмазик летит. Алмазик, пацаны. Фу, я теперь к этим объектам отношусь очень, очень со страхом с таким. Так, сохранить сигнал. Загружено 0. А, он не загрузил, я что? Извиняюсь. Что-то я изволновался, даже загрузить сигнал забыл. Сейчас загрузим. Это вам уже не шутки, как я шутил в сигнал-симуляторе, типа, о нет, мы обнаружили новый сигнал. Типа, погодите, мы нашли новый сигнал. Робот работает. Хоть кто-то у меня теперь живой появился. Давайте его в честь предыдущего работника сейчас поговорим. Куда ты в митбол не ешь его? Во, душа предыдущего работника будет жить. Ты посмотри-ка, он атакует митбол. Нет, он съел череп. Вот эта кассета лежала здесь, когда я в 1-й день пришел сюда. То есть 1-й день я ее даже не обрабатывал и просто отправил доктору Таобао. И что с ней сказано? Чё? Высоко. Высокий текст. Я на всякий случай подожду e-mail, а вдруг кто-нибудь на меня залупнется сейчас по почте. Да что ты стучишь, блядь? Это кристаллик. Тихо. Что-то. Звездочки? Ой, решетки? Это какая-то секретная херня, да, я так понимаю? Сейчас как заорет в конце, и я просто обдрещусь. Ну это какая-то шифр, да, по-моему? Какой-то шифр подъехал. Надо расшифровать. Все, мне нужно 24/7 наблюдение. А ты чё встал? Как это делается? Погоди. Чё-то работает. Чё, готов? Как ощущение, парень? По-моему, пошло, да? Я не знаю, работает это вообще или нет. Ну и чё они там говорили, крестики эти? Загрузить, сыграть. Что? Где это? Идем. Скучно. О, а, пак, помогите, найдите меня. А, заберите меня домой.
Я извиняюсь. Извините, я изменился. Доктор. Фу, я теперь каждый диск буду соковать, отправлять. Это что такое-то, а? Этот доктор Таобао изменил мой рассудок. Найс. Отличная работа. Я могу слышать даже камни и песок. Надо выпустить бумаги, как только это будет возможно. Да-да-да. Доктор Ойлен в прошлый раз тоже радовался. Синяя стрелка вниз, то есть вот эта вот дичь, она находится слева вверху. То есть это я тогда ошибался, она где-то вот здесь, значит, находится. А, вот, все, включил. Ну чё, паскуда, тварь? Где ты есть? Дрон, 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 дрон. Ха-ха-ха-ха! Примерно как-то вот, вот так вот, парень. Вот так или страна надеется на тебя. Но надо иметь в виду, что у нашего дрона батареечка может сесть. Примерно как-то вот так. Так они вообще рядом с базой, слышите? Они вообще осмелели. Они пытаются выследить меня, я пытаюсь выследить их. И ни у кого ни хрена не получается. Я ничего не вижу. А справа от базы это где-то вот, вот здесь. Потому что вот база слева. Вот что-то поблескивает, не? Слышь, ты что-то есть, да? Вон оно, вон оно, вон оно. Моргает что-то. Вон, бля, смотри-ка. Снижаемся. Вот, 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 вот. Уже прямо конкретика, конкретика. Что это такое? Что это, блядь? У меня сейчас дрон сядет. Нет, я хочу открыть тайну. Последняя палочка. Это что-то ползающее. Камера отключена. Батарейка села. Fuck this shit, бро. Я почему не хочу туда ехать? Во-первых, засал. Во-вторых, а вдруг эта херня меня вальнет и у меня опять концовка случится? А как я ее должен выслеживать, если я ее не вижу даже? Я ее на дроне-то едва догнал. Так там даже красного огонька не было. Она просто что-то со светом с каким-то шла. То есть там желтый свет был, там не было красного. Ой, ну ладно, поехали назад, мы ее, наверное, не найдем. Засал. Ничего я не засал, мы ее не найдем. О-о-о-о-о! Черную дыру нашли! В этот раз мы расшифруем то, что было на черной дыре. А если черная дыра здесь, значит и черепок рядом. Давайте поспим до утра. Ха, засал. Да в смысле засал? Спать-то тоже надо. Какой-нибудь глюк произойдет, типа тех глазок. Фу, блин, они... А вдруг они за мной наблюдали сейчас? То есть вот эта херня, она передвигается с какой-то лампой, как будто бы. Она отблескивает, но это не красный свет. Мы-то знаем, что это черная дыра. Нам надо сразу же начать ее обрабатывать. Сохранимся. А, всем здравствуйте, это мой влог. Мы встретили еще одно утро, и никто за нами не прилетел. Всем спасибо за внимание. Так, ставим камеру обратно. Блин, а так как утро наступило, поехали найдем девочку синюю. Вот она, вот она, вот она, маленькая. Мне теперь спокойнее. Так же, как и в прошлый раз, мне было спокойно, а потом... Да! Сейчас послушаем, что получилось в сообщении от черной дыры. Мы же в прошлый раз просрали это из-за того, что мы нашли красноволосую вот такую тянку. Во! Сейчас послушаем, что там. Фу, что-то аж страшно. Ну, давайте. В смысле? В смысле нету данных? 4 мегабайта файл весит очищенный, то есть там вообще ничего не было. Там же были песнопения всякие. Это тряпка! Это та самая тряпка, пацаны. Чё с ней делать? Погоди, хотя нет. Это другая тряпка. Это астероид. Чё, астероид какие-то звуки должен издавать, по-вашему? Думаете, это приколы, а? Что это? А, так, я ж тебе подружку приволок. Не стесняемся. Все, наследие восстановлено, девочки. Все еще на 10-м дне. В прошлый раз меня вальнули примерно в 20 часов. Да я думаю, все нормально будет. Сейчас такие, знаешь, вальнули и будет написано. Ну я же тебе говорил уничтожить запись в прошлый раз. И мне просто придется уничтожить весь свой компьютер, на котором я играю Voices of the Void. Кстати говоря, время исполнить гимн этой игры. Voices of the Void. Voices of the Void.
Voices of the void. А еще знаете, что мне говорили? Типа вызвать надо дрона, чтобы он посылочку забрал, и сюда квадрик поставить. Кто-то писал в комментах, и типа можно на квадрике очень жестко взлететь. Чисто прикольнемся. Что, у нас есть что отправить? О, у нас как раз посылка есть. Он уже рядом. Он летит. Доктор Таобао должен предчувствовать, что я захочу свалить отсюда. Сейчас нас заберут. А? Вперед? А чё не унесло? У нас снова падла появилась. Где она? На R. Чё, поехали? Если не засыхи, СВ таргет. Ну это походу пока случайно не наткнешься, и это скорее всего так и произойдет. Типа, не то что я целенаправленно поеду найти это животное, а потом случайно куда-нибудь поеду, или меня занесет там где-нибудь, и она на меня выйдет. Надо будет вообще сейчас день наступит. Проехаться, как я делал обычно в Дейзи, когда обворовывал чужие палатки и машины, когда утаскивал. Вдоль границы карты надо проехать. Я не знаю вообще, что я хочу добиться вот этой поездочкой вокруг. Может, я что-то упускаю? Да по-любому я один такой хитрый, кто решил так проехать. Да это все навыки, это опыт. Чего? Че это такое? Fuck off. Мягко говоря, отойди отсюда. Ты не видишь этого. Фаргор нау. Что такое фаргор, не знаю. Ты умрешь, тут монстры. Они тебя съедят, ты помрешь. Ган Бритхер. Кто такой Ган Бритхер? Тот, кто дышит. А! Куда ты собрался? А сохраниться можно? Ну-ка. Молодые. Сваливаем. Я же днем сваливаю. Сейчас что? Ой, ёпта. Здесь невидимая стена. А, меня хотели на страх взять, но не получилось. Ладно, здесь невидимая стена, так уж и быть. А нахрена там дырка тогда? Фига себе тут заборчик приподняли. Ну поехали снаружи проедем. Блин, а вдруг это единственная дырка была? У меня сейчас бенз закончится. Ну ладно, я там хоть сохранился. А, это входные ворота. Погоди, сюда что, зайти можно? Чё? Часы? Жратва. То есть я должен был это сделать? Ух ты, шоколадный батончик. Это что такое? Кассета. Надо будет расшифровать, что там написано. Стул. О! Бенз. То, что нам надо. Нате, ваш стол переверну, чтобы вы знали. Поняли, блядь? О! Ключ? А как я должен был сюда... Вы что, прикалываетесь? А как я должен был вообще догадаться, что он здесь лежал бы? Все, уезжаем. По лору игры. Слушайте, я могу ехать. А чё, стены нету, что ли? Ой, бля. Стена есть все-таки. Фоторамка с чьими-то детьми. Нафига я ее купил вообще? О, сигнал с нашего дома. По-моему, в прошлый раз, когда я качал сигнал с нашего дома, я поймал какой-то вирус. Опа, полотна прислали. Ничего себе, смотрите. У меня теперь тут картинная галерея. Это с планеты Земля сигнальчик. О! Музычка заиграла. Какой-то музыкант у нас завелся. У нас что здесь? Минутка возвышенности теперь? Здравствуйте, молодые аристократы. А это потому, что я картины повесил, наверное. Надо еще цилиндр купить где-нибудь. Блин, классно. Чё, погодите. А это не те два корабля? Так это те же самые, нет? А, не, погоди, они в разные стороны направлены, а эти в одну сторону смотрят. Ну-ка. О, так они двигаются, по-моему, да? Да, они двигаются, потому что сигнал сбивается. Вот. Сейчас послушаем, что было на кораблях. Чё? Эй! Что-то не на русском и не на английском. Вот это доктору понравится. Все, нашу работу мы сегодня выполнили, я считаю. Нашли какие-то отбитые сигнальчики. Во, доктор Уэлэн говорит. О боже, они разговаривают. Возможно, обсуждают, как захватить землю и поработить всю человеческую расу. Проводят эксперименты над нашими телами в своих монструазных нуждах. Пошли они в очко.
Я не могу поверить тому, что я слушаю. Вообще не говори никому об этом, иначе мир... Он хотел дописать, а он даже опечатался. Иначе мир и общество разрушатся. Я похороню этот диск в цементе. Приму амнезиаки. Я надеюсь, ты сделаешь то же самое. Сотри, удали все, что связано с этим дерьмом. Окей, пока. Я тебе не завидую. В смысле? Че, опять сейчас за мной кто-нибудь придет? Ладно, хотя бы доктор Черепок за мной не пришел, который уничтожил меня в прошлый раз. Вот здесь я теперь и буду сидеть наверху. Все, ребята, давайте тормознемся. Здесь ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, поддерживайте в Бусти. Мы продолжим. Мы миновали этот 9-й и 10-й день, поэтому все нормально у нас. Мы даже поймали связь с какими-то пришельцами. Правда, я их не увидел, но доктор Уэлэн уже в ужасе. Это я был в ужасе. Вот пусть он теперь там сидит и ссыкует. Понял? А я буду сидеть здесь. Обороняться наверху. Все, всем пока.